Тут. Здесь могу быть твоя реклама. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья. С вами Глеб Акула. И в этом ролике я вас обучу такому классному трюку кикфлип на фингерборде. И это новая часть рубрики «Научи фингерборд». Итак, выглядит этот трюк примерно вот так. Вот. Что из себя представляет кикфлип? Кикфлип – это вращение доски под пальцами. Ну, в данном случае. То есть мы подпрыгиваем, и доска закручивается. Вот, получается, происходит вот такое вращение. И после чего мы ловим доску и приземляемся. Вот. Трюк этот выглядит достаточно стильно и круто. И, то есть, вы можете уметь, в принципе, только олли, пара слайдов, там всяких грайндов. И, в принципе, этого достаточно, чтобы выучить кикфлип. То есть, самое главное уметь олли. То есть, обычный прыжок. Затем уже можно учиться. Ну, еще можно уметь пару базовых трюков для того, чтобы мелкая моторика уже была развита, и вы могли вывести пальцем по доске. Итак, ну и давайте приступим к пошаговому занятию, то есть и как вообще, с помощью чего делается кикфлип. Погнали! Ну и начнем, пожалуй, с самого главного. В общем, состоит из пары движений. Щелчок и вывод доски пальцем. То есть расстановка пальцев вот такая. Один палец на тейле. То есть все вообще ставят по-разному, но лично я ставлю вот так. Один палец на тейле, а другой палец ближе к краю доски. То есть кикфлип — это вращение, получается, на себя. То есть доска подпрыгивает и вращается, то есть к нам, а не от себя, как на хилфлип. То есть мы ставим краю палец, и когда мы щелкаем, мы начинаем выводить палец, то есть вот так, по доске вверх, прямо. Делается вот такое вот движение, и доска сама начинает закручиваться. Возможно, у вас вместо обычного кикфлипа начнется делаться вариал кикфлип или 360 флип или вообще что-нибудь другое, но надо тренироваться, и в конце концов выйдет обычный кикфлип, и он будет смотреться достаточно классно. Я кикфлип учил где-то 2 дня, и учил я его на вайтвудовской доске, вот на этой, и на ней на самом деле кикфлип вроде бы и легко учить, потому что доска широкая, и то есть ты, когда начинаешь выводить пальцем, у тебя есть пространство. А на более узких досках, конечно, немного сложнее, но я, в принципе, вообще разницы практически не заметил. Итак, в общем, кикфлип состоит из вот таких вот действий, то есть щелчок, вывод доски, прокрутка, и можно поймать доску в воздухе, что будет круто, и приземлиться. А кто-то делает вообще вот так. Закрутил, доска приземлилась, и потом поставили пальцы. Это не будет смотреться так круто, но можно делать и так, в принципе, как угодно. Так, то есть щелчок, закрутка, оборот, ловим доску. И приземляем ее на все 4 колеса. Вот и все. В принципе, ничего сложного нет. Я думаю, вы достаточно быстро справитесь. Тот же поп-шоу я учил чуть-чуть подольше, потому что кикфлип достаточно несложный трюк, если понять, как вести пальцем. Доска может вылетать, там, вы можете делать куча-куча оборотов и не приземлять, но в конце концов у вас должен получиться идеальный красивый кикфлип, который будет смотреться хорошо. Кикфлип вообще такой классный трюк, который вроде бы и базовый, а вроде бы уже переводит вас на более серьезный уровень. И то есть вы можете совмещать кикфлип с разными грайндами, слайдами, допустим, не знаю, или просто даже делать кикфлип и запрыгивать на какое-нибудь препятствие. То есть запрыгивать вот на мануал, на ноуз-мануал, и это будет красиво смотреться, то есть
это классно выглядит. И вроде бы такой простенький трюк, обычное, самое простое вращение, которое можно просто себе представить. Но смотрится достаточно хорошо. Надеюсь, вы вначале, когда я показал кикфлип, вы заметили, что когда идет вращение, оно, то есть как бы доска проворачивается, и ты ее ловишь. Раньше я кикфлип делал очень высоко, то есть подпрыгиваешь и сильный откат, и вот такой вот кикфлип, высокий очень. А чем ниже кикфлип, то есть чем быстрее, чем ниже, тем красивее смотрится. Намного красивее, намного, ну, лучше, это круче будет выглядеть в вашем катании. Вот. Также после кикфлипа вы уже можете переходить, я же говорила, это как бы переходный трюк, и вы можете переходить на более крутые, прям классные трюки. Вы можете учить VRL кикфлип, сейчас даже не покажу его, наверное. Да, не покажу. Ну, как-то так. Ну, короче, VRL кикфлип. То есть это совмещение попшовика и кикфлипа. Смотрится достаточно круто. Но он учится в 10 раз сложнее кикфлипа. Вот сразу вам говорю. Дальше вы можете учить 360 флип, который смотрится нереально круто. Вот, он у меня получился. Его можно совмещать с борд-слайдом и с другими трюками. Это очень классно. Вот. И кто по моему ролику сможет научиться делать трюк кикфлип, пишите в комментарии, то есть мне будет приятно, что я хоть кого-то научил этому замечательному трюку. На самом деле, для меня это вот вообще самый мой любимый трюк. Я его вставляю везде, то есть в любом ролике, в предыдущем, везде. Я везде вставляю кикфлип, потому что он мне очень нравится. То есть вроде... Простите. Трюк выглядит вроде бы и простенько, но в то же время он выглядит потрясающе. И он смотрится с разными комбинациями очень хорошо. То есть, в отличие от того же фронт-шовита, поп-шовита и всяких там таких простеньких трючков, он... Это вращение, это само по себе очень круто, это флип, вращение. Это классно. Вообще, кикфлип переводится как кик-удар и флип-вращение. То есть, такое ударное вращение крутое. То есть, типа, классно смотрится. И его также можно делать по-разному. Можно добавлять стиль, так называемый. Это, допустим, приземлять вот так. То есть, вот так. И потом вот так вот выворачивать. То есть, на 360 реверт. Про это мы поговорим в другом каком-нибудь ролике. Вот. Можно, не знаю, там... Делать разные крутые штуки, там, вот так выворачивать как-нибудь. И это будет смотреться достаточно классно, то есть ваше катание будет разнообразным, а не так, что Оли сюда, Оли вот сюда, Оли просто. Ой, смотри, вращение. Это не так круто, а вот если... Вы будете делать кикфлип, это будет достаточно классно. И я считаю, что хорошо, что есть вообще этот трюк, потому что это переводной трюк. У него столько плюсов. Он очень достаточно быстро учится. Затем этот трюк смотрится эффектно. Простите, я немного приболел. Дальше. Этот трюк переводной, то есть вы из стадии новичка, просто Оли, гурайдов, слайдов, переводитесь в уже более крутую стадию. Дальше. Это, блин, кикфлип, это само по себе круто. То есть я когда его выучил, я прям был нереально рад. И сейчас я настолько его разработал, что могу делать даже на обычной доске, без колес. То есть. Ну, я постарался. Также, я не знаю, мой это личный трюк, вот, это уже другая тема. В общем, мой это личный трюк, не знаю, возможно, скорее всего, нет. Но я придумал выводить не передним пальцем, а подпрыгивать и выводить задним. Это достаточно прикольно и вот. Это немного сложновато, но трюк того стоит. То есть смотрится он прикольно.
Скорее всего, это не я придумал, но пишите в комментариях, в общем, будет интересно. И, наверное, на этом мы подведем итоги. В общем, ролик подходит к концу, моя обучалка готова. И если вы еще до сих пор не умеете Олли, то у меня уже есть небольшой такой ролик. Ссылку на него я оставлю в описании, то есть, как делать Олли. И я еще там поучил немного слайдом, грайндом, в общем. Заходите, посмотрите. Итак, ну, вроде бы и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Глеб. Подписывайтесь на канал и всем пока.